Друзья мои, далекие и близкие, добрый день! С вами Нина Кусман, и я приветствую вас на нашем YouTube-канале. Сердечно поздравляю всех с прошедшими, с наступившими и еще будущими новогодними праздниками. Искренне желаю всем здоровья, благополучия, счастья, любви, успехов во всех ваших начинаниях. Как мне кажется, новогодние праздники всегда были особенно сказочными. Для нашей семьи на протяжении практически 2 десятилетий новогодние праздники начинались с католического Рождества 24-25 декабря. Потом, конечно, сам Новый год, который отмечается по-разному, и мне кажется, что самый шумный и красочный, он все-таки в России, если настолько не переплюнули южные итальянцы, например, на Сицилии. Вот кто тоже отмечает Новый год на широкую ногу. А потом подходит время православного Рождества. И в это же время в Германии, в трех регионах Баден-Вюртемберг, Бавария, Саксония-Анхальт празднуется Богоявление, Эпифания или праздник трех королей. В этих трех землях федеральных праздник является официальным выходным днем. Существует много разных обычаев. В первую очередь это певцы звезды, которые переходят из дома в дом в католических регионах и оставляют там благословение. Христос благословляет этот дом вместе с цифрами соответствующего года. Другая традиция – это празднование Большого Нового Года, как здесь называется, и, следовательно, переход от Нового Года к празднику трех королей, который празднуется больше в Швабско-Алеманском регионе. Это именно там, где мы сейчас и проживаем. Кое-где накануне Богоявления пьют пиво на основе крахмала. В некоторых церквях в день трех королей освящаются вода и соль, что знаменует крещение Иисуса. Другой кулинарный обычай – это королевский пирог, в котором запекают монету или бобы. А еще есть обычай в Южной Германии пить в этот день ложку молока. В эти дни немецкие дети переодеваются в трех королей, которые принесли дары Иисусу. Золотые короны на головах, яркие царские мантии, звезды в руках. Дети собираются группками и ходят от дома к дому, распевая и собирая пожертвования для благотворительных проектов. Это крупнейшая в мире акция солидарности от детей для детей традиционно проводится с 1959 года в праздник трех королей 6 января. А теперь у нас наступает еще и старый Новый год. Как вы думаете, его празднуют только на территории постсоветского пространства? Нет, в 16 веке жители протестантской части Аппенцеля, что в Швейцарии, наотрез отказались, в отличие от своих соседей-католиков, переходить на григорианский календарь и продолжили жить по календарю юлианскому, то есть по старому стилю. Так же, как и православным, папа римский Григорий VIII был им не указ, а Пинцель не отказался от традиции чтить старого Сильвестра, даже когда уже вся Швейцария окончательно перешла на григорианский календарь. Официально 13 января в Аппенцеле не является выходным днем, но фактически большинство предприятий, школ, магазинов и государственных учреждений в этот день закрыты. С 5 утра на заваленные снегом улицы аппенцельских городков и деревень выходят чуть ли не все их жители мужского пола, включая детей, в костюмах Сильвестр-Клаусов. Трех разновидностей – лесных из еловых веток, злых со свирепыми масками и добрых с невообразимо высокими кокошниками и веселой ромашкой во рту. Распевая песни, они ходят по глубокому снегу от фермы к ферме, позванивая коровьими колокольчиками, чтобы распугать злых духов. Почему же в праздновании Старого Нового Года по-аппенцельски надевают костюмы, в том числе и женские, исключительно мужчины? Объяснение этому весьма простое. Костюмы настолько сложны и тяжеловесны, что для их ношения в течение всего дня требуется недюжинная выносливость. Вот еще одна строчка в списке моих пожеланий посетить такой праздник. Причем это совсем рядом, 1,5 часа на автомобиле. Итак, всех мы поздравляем теперь со старым Новым годом. Удачи и счастья!